Привет всем! С вами Бетти. И наконец-то на следующей неделе нас уже ждет очередное обновление от Тока Бока. Уже сейчас Тока Лайф по традиции в своих соцсетях сообщают нам, что скоро что-то будет. И кнопка Микс тоже изменилась. Давайте заглянем туда. Изменился и сам значок Микс. Буква М стала вся в зелени. Тут же мы видим два спортивных крампита и одного крампита в маске спящего. Что скоро в Тока Лайф World написано тут. А рядом мы видим диск с йогой, статуэтку медитирующего чудика и гантели. А тут написано, кто знает, как сохранить спокойствие. И еще, можете ли вы угадать, что будет дальше в Тока Лайф World? И еще разные смайлики. Давайте выберем один. А рядом написано, выбери свою спокойную черепаху. Я, пожалуй, выберу ту, что улыбается. В общем, я думаю, это будет центр, где можно позаниматься йогой, спортом и разные спа-процедуры. Не знаю, как это назвать одним словом. Но Тока Бока явно умеет удивлять. В соцсетях они также разместили пост об обновлении. И даже написали, что закрепят ответ первого угадавшего. Но пока, как мы видим, нет закрепленного ответа. Есть разные варианты у пользователей игры. Спать для питомцев, дзен-сад, даже вариант суши-бара есть. Вот такие новости на сегодня. Ждем дальнейших подсказок от Токи. Всем пока и до встречи в Тока Бока!